по мобилизации. Предупреждаю военных, особенно через вас военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влазить в существо вопроса, это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Некоторые, кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной, непонятно какой и так далее, и так далее. Это для нас урок. Поэтому через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, или как вы их называете, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе, без всякого гвалта, без шума, то, что я вам и поручал, закончится уборочная кампания, аккуратненько, надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах. Еще раз подчеркиваю, кто-то больной, кто-то хромой, кто-то умер, кто-то уехал. Разные могут быть ситуации. И мы должны видеть, что мы имеем на сегодняшний день. Это никакого отношения к мобилизации не имеет. Мы всегда это делали. Еще один урок. Да, привели в Россию мобилизацию, призвали людей. Но многие из них забыли, что такое оружие. Поэтому резервистов, наши войска территориальной обороны, мы постоянно обучали и будем обучать. Еще раз хочу подчеркнуть свой тезис. Каждый, кто должен и может держать оружие в руках в Беларуси, должен уметь им пользоваться, хотя бы элементарным, для того, чтобы защитить, не дай бог, случится, что свою семью. Цель наших вооруженных сил и силовиков – защитить нашу землю и наше государство. Все. Никаких других целей мы сегодня не ставим. А к войне готовимся, потому что всякое может быть. Если бы в 2020 году здесь не выстояли, под Смоленском стояли бы другие вооруженные силы. И где были бы мы, прежде всего вы, люди в погонах, ответ долго искать не надо. Понятно, где бы мы были. Поэтому учиться, учиться, еще раз учиться. И прежде всего учиться военному делу настоящим образом. Такие лозунги у нас всегда были. Вот мы и будем учиться. И не надо обращать внимание, что на нас скажут. Ах, мы там начали проверку в каком-то военкомате наших резервистов. Проверяли и будем проверять. Но это не для того, чтобы их куда-то направлять, кого-то убивать. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если, не дай бог, что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю.